Накануне памятной даты начала Великой Отечественной войны в сельском поселении Куликовское учащиеся 7-11 классов Куликовской средней школы приняли участие в наведении порядка на могилах участников войны. Мероприятие было проведено в рамках всероссийской акции «Помнить значит делать». Цель этой акции – безвозмездно помогать семьям погибших, следить за состоянием могил тех ветеранов, у которых не осталось родственников. У всех участников акции на груди значки «Красная гвоздика» – символ памяти и скорби по усопшим. В этот раз было решено навести порядок на могилах односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны – Ивана Сергеевича Бурова, Александра Петровича Баскакова, Ивана Игнатьевича Балакина, Ивана Прокофьевича Можаева. Ребята под руководством учителя истории Куликовской средней школы Елены Пасновой провели благоустройство мемориала, где захоронен 61 воин. В 2013 году здесь состоялось торжественное перезахоронение 15 бойцов из села Говейново, останки которых были найдены Дмитровским поисковым отрядом «Рубеж славы». Акции проходят впервые, но такие акции проходят уже не первый год по всей России. Называется она «Помнить значит делать». И это отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые ушли из жизни уже после Великой Отечественной войны, продолжив после войны свою трудовую деятельность на благо развития поселения. Но, к сожалению, так бывает, что время уносит не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и их родственников. Возможно, кто-то уехал из поселения, осталось одиночное захоронение, к которому никто уже много лет не приходит. Вот на эти захоронения было в этом году обращено пристальное внимание. Такое захоронение нашлось не одно. Школа, администрация сельского поселения Куликовское, военно-патриотическое объединение «Юноразведчик» над этими могилами берут шество для того, чтобы соблюсти на них порядок, отдать дань памяти и уважения не только в день 9 мая или накануне празднования Великой Победы, но и чтобы это было уже честно, от души, по совести. Если помним, то мы, значит, это делаем. Первым делом школьники очистили могилы от сорняков и вырубили поросль. Затем пролили землю гербицидом и возложили цветы. На некоторых памятниках пришлось подкрашивать красные звезды и ограды. Ученики всей школы приходят убирать могилы ветеранов у тех, у кого нет родственников. То есть они не ухаживают за этими могилами. Мы чтим память умерших. Вот. Заботимся о них. Это наши предки. Они нам помогли, завоевали мир. С этого памятного дня ребята обязались взять шефство над этими могилами и в течение всех летних каникул продолжат наводить порядок на других захоронениях. Акция «Помнить значит делать» не имеет срока окончания. А это значит, что тысячи могил не останутся без внимания подрастающего поколения.